Дорога домой. 18 августа 2020 года. Преодолев Курумник у скалы Язык, дошли до Малого Помененного. Ребята забрали спрятанные этюды, и мы выдвинулись. Впереди был Малый Курумник и тропинки. Они были залиты водой. Было столько воды, что пересохшие русла вновь активировались. Тропинки, которые были до этого сухие, превратились в ручьи. Плывем в тумане. 17 августа. Как оказалось, это была низкая облачность. Мы были примерно на высоте 750 метров. И ощущение, что мы плывем, не покидало меня. Плывем на большом корабле среди облаков, которым не было конца. Туман, низкая облачность, стоял весь день и еще следующее утро, когда мы спускались вниз. Уже спустившись, издалека можно было наблюдать, что туман все еще находится на вершине. Но мы спустились сквозь проглядывающее солнце.